И насчет плоской земли, насчет моих убеждений. Я вообще не очень понимаю, почему тема плоской земли выплескивается в сфере церкви. Но люди, которые сторонники плоской земли, почему-то они считают своей обязанностью всем об этом говорить. И даже в проповедях эта тема звучит. И в Америке, и в России, и в других странах почему-то появилась тенденция говорить о плоской земле. Хотя теория плоской земли – это теория довольно старая. Есть даже общество плоской земли, так они себя называют. То есть теория такая, что земля плоская, она четырехугольная, потому что написано на четырех углах земли. И она как бы так, солнце вот так кружит вокруг земли, с одной стороны освещая землю. Сторонники плоской земли говорят, что земной шар никто никогда не видел. Фотографии, где земля круглая, это все подтасовка. И в космос никто никогда не летал и не летает. Это все выдумка, никаких спутников нету. Но я вообще к этому отношусь как к мракобесии. Это совершенная, совершенная мракобесия. И все. Я даже удивляюсь, что некоторые люди серьезные этому верят. Кстати, сторонники плоской земли, они говорят, что учитывая, что земля не круглая, а плоская, то когда самолет летит с одного конца в другой, ну, например, там больше, чем 10 часов, то там скорость и расстояние начинают искажаться. И поэтому летчики, которые получают лицензию пилота, дают подписку о том, что они не будут разглашать о том, что земля плоская. Вообще, с высоты 15 километров уже просматривается округлость Земли. С высоты 25 километров уже видно земной шар. А в общем-то, стратостаты, они же поднимаются на высоту до 50 километров. Один из последних прыжков на парашюте был с высоты 42 километра. И все на видеозаписи. Земля отчетливо видна. За округлость земли. Ну, вот так примерно по плоской земле. Вот вопрос, который я бы год назад, я бы этот вопрос смял и выкинул, потому что я считаю, что он, ну, я бы посчитал, что он глупый, но сейчас я не считаю, что он глупый, я на него отвечу. Дядя Денис. Кстати, мое имя писали через И, Денис, или через Е, Денис. Ну, правильно, через Е. Но тут вообще через Я написано, поэтому... Скажите, пожалуйста, круглая ли Земля или плоская? И летал ли кто-то в космос? Дорогие подростки, сейчас пошло какое-то просто поветрие по многим местам считать, что Земля плоская. Никогда не поддавайтесь на эту, ну, я скажу слово профанацию, хотя вы не знаете, что это означает. Вот, то есть это абсолютное... Ну, невежество. Поэтому, пожалуйста, друзья, сейчас об этом стали говорить. Еще год назад я бы посчитал, что это шутка, но сейчас об этом начали говорить. Что в космос никто не летал, что Земля плоская. Ну, слава богу, не говорят, что на трех китах стоит, да? А то на трех слонах, да. И один, похоже, там заболел, и скоро помрет. Знаешь, Земля так наклонится. Поэтому, друзья... Если где такое мнение услышите, даже от людей взрослых, пожалуйста, ни в коем случае этому даже не верьте. Как меня встречает в Америке один брат, ну, он попал под влияние новой теории, что Земля плоская. И подошел мне доказывать. Я говорю, слушай, ни я не могу проверить, ни ты не можешь проверить. Ученые это спорят, пусть они спорят, а когда они придут к единому, тогда нам скажут. О чем мы будем спорить? Ни я не могу проверить, плоская она или круглая, ты не можешь проверить. Вот давай не будем спорить. И мне все равно, какая она, квадратная или плоская. Мне важно, что она большое в духовном смысле имеет значение. Земля наша огромное значение имеет в духовном смысле. Что вы свяжете на земле, то будет связано на небесах. О, вот это мне важно. Покаешься на земле, будешь спасен, и не покаешься, погибнешь. Вот это мне важно. А плоская она или квадратная? Мне все равно. Ну, хотя, если честно сказать, я это за безумие какое-то считаю.